там, ребята. Пить как охота. Эх, глаза б сейчас холодного. Да чтобы нос сшибал. Ты что? Судьба. Будь точно, никуда не отправить. Что на работе? Так она. Так, мужик, чего ж там у тебя? Да тут по-богатому. Жизнь нынче неспокойная стоит. Никогда не знаешь, какой сюрприз. Сидим себе спокойно, кушаем. А завтра уже береться куда-то надо, материалы добывать. Может, кому-то такой вид заработка и не подходит. А как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Здесь я. Это что ни говори, не за хабаром, Поля. Yeah.
Двинулись. Не торопиться. Даже неплохо. Вот спасибо, да не спасибо, пока. Завалил! Все, ты труп! Нашли! Вроде тихо все. Все, допрыгался! Похоже, всех завалили. Здорово, брат! Внимательно! Ты что-то хотел? Давай, выкладывай скорее. Тебе чего надо-то?
Извиняй, конечно, но тебе оно все уже. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Чего тебе? А этот хозяйственный ты был мужик. Расслабься ты, все там будем. Поцелуй меня в жопу, красавец. Поцелуй меня в жопу, красавец. Хочешь достаться? Тебе пособить? Все, отбой! Тебе нужно что, сталкер? Чего тебе? Все с тобой ясно. Можно было и времени тратить.
Давай, выкладывай скорее. А нам что? Мы на подхвате. Вооружены и очень, как говорится, опасны. Эх, мне бы это учиться. Тебе чего надо-то? Чего тебе? Никогда не знаешь, какой сюрприз за кустом поджидает. Да и удовольствие от работы не то уже. Чего?
особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача, за выполнение платят нормально, вот тебе и смысл с мотивацией. Славы туристов вводить стану. И за руки им на прикладе показывать буду.